В рамках пленарного заседания 5-го профессорского форума «Наука и образование в условиях глобальных вызовов» в Доме правительства Москвы состоялась церемония награждения лауреатов общенациональной премии «Декан года». В число победителей конкурса в номинациях «Философские науки» и «Экономические науки» вошли представители Казанского федерального университета. Это директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Михаил Щелкунов, а также директор Института управления экономики и финансов Наиля Багаудинова. Сильная борьба, и в итоге мы получили награду, причем работа была признана лучшей. Было 15 лауреатов, включая там МГУ, садовничий, коллеги из других вузов. Наша шла первой. Нам по списку первый высший рейтинг. Но сказать, что мы этого ожидали, мы бы не сказали, что мы этого так ждали и готовились к этому. Конечно, это было очень неожиданно, потому что представляет здесь не Казанский университет, а представляет нас профессорское сообщество, как правило, коллеги. Исходя из этого, ну, зависит момент награждения. И поэтому, конечно, ну, эмоции самые высокие, самые такие. И было очень приятно осознавать, что такие награды нам вручены. Директора также поблагодарили весь профессорско-преподавательский состав, коллектив сотрудников и студентов Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и Института управления экономикой и финансов и подчеркнули, что данная победа является общей. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.